Кадыров раздаст жителям Чечни по 100 тысяч, но мы это говорили уже вчера, деньги получат самые везучие. Да, не, мы говорили про то, кто назовет детей Мухаммедом, да, вот власть Чечни утвердили жителям республики единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, региональный общественный фонд имени Кадырова выплатит семьям, которые назовут детей, родившихся 28 октября до ночи 29 октября в честь пророка Мухаммеда, членов его семей или ближайших сподвижников. О как. Ну, это маленький срок. Это маленький срок. Кадыров пишет, поспорил с Песковым по поводу критики в адрес Макрона. Я мог бы еще больше согласиться с Дмитрием Песковым, если бы он, оценивая мои слова, принял к сведению этот момент. В таком случае его ответ получился более объективным, но принял бы к сведению, что Кадыров якобы говорил не как глава Чечни, а как правоверный мусульманин и так далее. Удивительно. Что можно сказать? Ну, Пескову, Путину совершенно не нужны эти высказывания, которые Кадыров сейчас, так сказать, бросает. Но, опять же, удивительно. Вот мне говорят люди, вот посмотри, Кадыров там залупился на Путина и так далее. Если бы Кадыров залупился на Путина, он прежде всего наехал бы на Си Цзиньпина. Там мусульман гноят в лагерях концентрационных. А у посольства Франции сейчас вышли и кадыровские, и там кричат что-то. А не у посольства Китая. Почему они не кричат у посольства Китая, где мусульман убивают? Не, блядь, картинки показывают, не рисуют всякую хрень, а убивают людей. Убивают. Почему он на это не реагирует? Вот вопрос. Не такой он, как пытаются мне показать, свободный там. Сам по себе мальчик. Никакой он не сам по себе.